В массовом порядке отбирать лицензии у коммерческих пилотов, чьи дипломы не соответствуют стандартам, никто не будет. Об этом несколько часов назад официально сообщили в Росавиации, опровергнув таким образом сообщение некоторых СМИ о тысячах грядущих увольнений. В ведомстве рассказали, что действительно в последнее время было отозвано 400 свидетельств у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые медсправки или завышали время налета. У Росавиации есть претензии к работе ряда учебных заведений, но в целом летчики гражданской авиации могут быть спокойны. Все программы, которые действуют до августа 2017 года, они все легитимны, все обучение было легитимно. То, что будет аннулирование, это не соответствует действительно. Это нормальная плановая работа Росавиации по унифицированию программы с учетом рекомендаций международной практики и рекомендаций ИКАО и по изменению воздушного законодательства.